Сегодня православные христиане отмечают Страстную и Великую Пятницу. Этот день посвящен воспоминаниям о распятии Христа. Верующие держат особенно строгий пост, воздерживаясь от пищи. А послезавтра Пасха – большой православный праздник. В полночь субботы на воскресенье во всех городских храмах начнется особенная торжественная служба и крестный ход. Начало в 23 часа. С наступлением воскресенья в 2:30 ночи будет организовано движение автобусов от Боровецкой церкви и храма Рождества Христова до автостанции.